Знаете ли вы о Тане Гроттер? В мире магов нет никого, кто бы не знал о девочке, победившей ту, кого нет. Значит, не знаете? Ну что ж, тогда слушайте. Однажды утром депутат и владелец фирмы «Носки секонд-хенд» Герман Дурнев обнаружил перед дверью своей квартиры подкинутого младенца, лежащего в футляре контрабаса. Этим младенцем оказалась его троюродная племянница Таня Гроттер, оставшаяся сиротой после гибели родителей. 10 лет Таня жила в доме своих родственников, не подозревая о том, что ее родители были настоящими волшебниками, и что ей самой предстоит в будущем учиться в школе магии. Баб-Ягун, ставший впоследствии одним из ее лучших друзей, по просьбе академика Сарданапала показал Тане дорогу в волшебный замок Тибидохс. В Тибидохсе Таня познакомилась с такими же юными волшебниками, как и она, и начала изучать различные магические предметы. Попала в сборную Тибидохса по любимой игре всех магов — Драконболу. И, конечно же, попала в водоворот интересных событий и тайн, расследуя которые, столкнулась лицом к лицу с черной волшебницей Чумой Дель Торт, желавшей выпустить на свободу хаос и поработить мир. Тане удалось победить Чумиху, выпустив на волю титанов, но те при этом разнесли пол Тибидохса. Пока Тибидохс отстраивался, ученики были отправлены по домам. Но вот пришел вызов. Таня возвращается в Тибидохс. Что ждет ее впереди? Наконец-то дома! Привет, пельменник! Не соскучился по мне? Нам скучать не положено. Мы тут для охраны поставлены. Куда? А пароль? Парусник. Это старый пароль. Нужен новый. Циклоп и дубина. Не, неверный пароль. Ну пусти, что тебе стоит? Без пароль не пропущу. И ведь не пропустит. Чем бы отвлечь его? Бедные кустики снегом присыпаны. Главные ворота Тибидохса. Но мне и калитки хватит. Нет уж, я бы предпочла скорее в замок попасть. Дверь-то завалила.
старинная ступа Ягге. По-моему, она ей уже не пользуется. Камень — это круто, лишь бы не в мой огород. Куда? А пароль? Парусник. Это старый пароль. Нужен новый. Затаившийся дракон. Не, неверный пароль. Позови Сарданапала или кого-нибудь из преподавателей. Не будь звать, не положено. И ведь не пропустит. Чем бы отвлечь его? Наверное, Ванька написал. Куда? А пароль? Парусник. Это старый пароль. Нужен новый. Русалочий хвост. Вот и ты тоже. Все почему-то не знают, а потом догадываются. Точно, русалочий хвост. Проходи. Ох, мамочка моя, бабуся! Ну, наконец-то! Привет, Тань! Как добралась? Привет, ребята! Ты летела нормально, да еле в замок попала. Ты пароль написал. Ага. А что за секретность такая? И что вообще в школе творится? Да тут, мамочка моя, бабуся, столько всего! Исчезающий этаж вновь появился, а он появляется только в неспокойные времена. Подумаешь, еще один этаж в Тибидоксе. Это не просто этаж. Никто не знает, что там творится. Из тех, кто там бывал, ни один назад не вернулся. Ага, так что все преподы на ушах стоят. Поклёб ходит мрачнее тучи и всюду магические преграды расставляет. Я тут пытался посмотреть, что там с этим исчезающим этажом. Да наткнулся на такую, полдня лягушкой скакал. Представляю себе, как ты повеселился. И ничего смешного, кстати. Неделю еще квакал после этого. Да, Тань, из-за того, что занятий много пропущено было, учителя нагрузку увеличили. Сейчас, по идее, урок у Клоппа должен быть, но его кабинет еще не восстановили. Возьми вот задание и приступай. Да не тяни, сама знаешь, как Клопп спрашивает. Ну ничего себе, чтоб жизнь, значит, медом не казалась. Давай свою скрипку, переросток, мы тебя в гостиной ждать будем. Фундаментальная такая скамеечка. Вот это да! Такого в Третьяковке не увидишь. Чудные они какие-то. Или чудные, не пойму. Тяжелая работенка в прямом смысле этого слова. И должны взять пучок разрыв трофа, 3 чешуйка удав, 4 фолос фурдалак, 7 хвоста дохлой крыса и 12 больших ложка порох. Хорошо размешивать, порох в рыбе слизь и ставить все на огонь. Потом ждать, пока эликсир не запахнет тухлый яиц. Тогда он есть готов, и можно смазывать босая нога. Если он сделает бабах или не пахнет тухлый яиц, вы все делать заново. Не успела прилететь, и на тебе, уроки.
заперто. И, видимо, надолго. Здравствуй, Танюша. С приездом. Зашла проведать. Здравствуйте. Да я вот с заданием уже. Не успела прилететь, а тут прыгательный эликсир составить надо для Клопа. Ну, что у тебя там? Чешуйки удава. Ну, это тебе к тарараху. Он у нас по ветеринарной части. Волосы вурдалака. Это к медузе. Нежитеведение — это ее конек. Хвосты дохлых крыс. Это скорее у Клоппа. У меня нет. Порох. Порох? Что-то я и не припомню, у кого в Тибидоксе порох достать можно. Вот еще. Рыбья слизь. Знаешь, не буду утверждать, но сходи с этим к зубодерихе. А что нового в Тибидоксе? Ягун что-то про исчезающий этаж говорил. Слушай его больше. Он же полез куда не надо, за что и поплатился. Мой тебе совет, девочка, не суйся ты туда. Нехорошее место этот этаж. Никто оттуда живым не возвращался. А каким возвращался? А никаким, никто не знает. И все, хватит об этом. Разрыв трава. Ага, вот с этим могу тебе помочь. Ну-ка, вот. Спасибо, пойду остальное собирать. Ступай, дочка. Заперто. Ну да, дверь-то с той стороны завалила. Самоварчик. Грибочки сушатся. Это явно не для гербария сушится. Наверное, лекарственные растения. Больничная койка. Чур не для меня. Баночки-скляночки. Наверное, лекарства там всякие. Печка тут весьма кстати. И грибочки посушить, и больных согреть. Если ноги не идут, используйте носилки. Ой, и музею досталось. Тряхануло конкретно. Шапка-невидимка. Осторожно, исчезающий экспонат. Топор-самосек. И этот экспонат мне знаком не понаслышке. Булава Ильи Муромца. Круто! Сапоги-скороходы. Смотри-ка, как будто в сказку попало. Метла ГП в натуральную величину. Что еще за ГП? Пушка с постамента свалилась, а поставить на место, видимо, некому. Пушечное ядро. Тяжелое, наверное. А что там у нас в сундучке?
Вот где порох-то нашелся! Возьму мешочек. Думаю, никто и не заметит. Решетка сломана, но что-то меня туда не тянет. Пока. Там зал двух стихий и жилые помещения. Ишь, как горит! Тяжелая работенка в прямом смысле этого слова. Такое прям ненавязчивое напоминание об учебе, что хоть волком вой. Сциенция потенция эст. Знание сила. Эх, так хочется иногда побыть слабой, беззащитной девушкой. О, жирный какой паучище! Ишь, как горит! Рухлядь какая-то старинная. Уголечки. Глаз. Тут снятие с глаза у профессора Зубодерихи проходят. Никогда не понимала людей, украшающих помещение чучелами. Ходят слухи, что это трофеи великой Зуби, и охота ей было зверей убивать. На часах урок у Клопа. Ну, какой уж тут урок? Татьяна Гроттер, разрушительница Тибидохса, пожаловала. Здравствуйте, профессор. Ну вы же знаете, что я не специально. Да знаю я, знаю. Ну, так, с чем ты ко мне? Не могли бы вы помочь мне с некоторыми составляющими рецепта? А то кабинет у профессора Клопа не восстановлен еще, а задания дают. Ну, что там у тебя еще? Рыбья слизь. Рыбья слизь? Эх, ну вот с этим могу тебе помочь. Возьми. Спасибо. Пойду остальное собирать. Не смею задерживать. Грифон. Стало быть, кабинет ветеринарной магии. Зачем Тарараху книга? Он ведь читать не умеет. Похоже на часы песочные. Но уж больно странные они. Эта плита у Тарараха за место школьной доски. Как это там, белка песенки орет и орехов не дает? Или напутала чего? Здорово, Татьяна. Прилетела, стало быть, уже? Угу. Недавно вот и сразу в бой. Для Клопа эликсир прыгательный сделать надо. Ну, надо, значит, надо.
Наука она даром-то небось не дается. Подсобить чем? Ага, составляющие для эликсира собрать надо. Давай, говори, чего там. Чешуйки удава. Чешуйки удава у меня есть. Вот, бери. Спасибо. Пойду остальное собирать. Удачи тебе. Рад был помочь. Это я опять. Давай, говори, чего там. Слушай, Тарарах, а что ты знаешь про исчезающий этаж? Ну, есть такой этаж в Тепидоксе. То появляется, то исчезает. Всякое про него говорят, да только толком никто не знает, что там. Место, однако, нехорошее. Почему? Потому что хорошее место от людей прятаться не станет. Поклёб его закрывает сейчас и правильно делает. Время неспокойное сейчас. Пойду, пожалуй. Ну, давай. Ты заходи, если что. Это я опять. Ну, что там у тебя еще? Профессор, а не могли бы вы рассказать мне про исчезающий этаж? Что? Исчезающий этаж? Это закрытая тема, и впредь советую вам ее не поднимать. А также категорически рекомендую не то что нос совать, мысли не пускать в том направлении. Вам понятно? Да я только спросила, в целях самообразования, так сказать. Пойду, пожалуй. Не смею задерживать. Это я опять. Ну, что у тебя там? А что нового в Тепидоксе? Ягун что-то про исчезающий этаж говорил. Ай-яй, слушай его больше. Он же полез куда не надо, за что и поплатился. Мой тебе совет, девочка. Не суйся ты туда. Нехорошее место этот этаж. Никто оттуда живым не возвращался. А каким возвращался? А никаким, никто не знает. И все, хватит об этом. Пойду, пожалуй. Ступай, дочка. Если ноги не идут, используйте носилки. Заперто. И, видимо, надолго. Там зал двух стихий и жилые помещения. Решетка сломана, но что-то меня туда не тянет. Пока. Тяжелая работенка в прямом смысле этого слова.
Такое прям ненавязчивое напоминание об учебе, что хоть волком вой. Сциенция потенция эст. Знание сила. Эх, так хочется иногда побыть слабой, беззащитной девушкой. Подсвечник чудом каким-то сохранился. Лежит на самом краю, того и гляди свалится на голову кому-нибудь. Цветы замерзли тут, и не мудрено. Видать, не все еще восстановили после того, как я титанов выпустила. Ну, я же не виновата. Котел – значок практической магии у профессора Клопа. Похоже, класс и вправду разрушен. Но мне надо туда попасть. Слишком уж тяжелые для такой хрупкой девушки, как я. Если связать камни и столкнуть большой, то тот, что поменьше, по логике тоже свалится. Искрис Фронтис! Ну, типа сработало. Не думала, конечно, что дверь так откроется, но главное — результат. Да уж, учиться тут явно негде. Да и не больно-то хотелось. Единственный кабинет, который не особенно жалко. На часах урок у Клопа. Ну, какой уж тут урок. Тут еще поработать кому-то придется. Ага, вот эти хвостики мне как раз и подойдут. В этом котле как раз можно эликсир изготовить. И должны взять пучок разрыв трофа, 3 чешуйка удав, 4 фолос фурдалак, 7 хвоста дохлой крыса и 12 больших ложка порох. Хорошо размешивать, порох в рыбий слизь и ставить все на огонь. Потом ждать, пока эликсир не запахнет тухлый яиц. Тогда он есть готов, и можно смазывать босая нога. Если он сделает бабах или не пахнет тухлый яиц, вы все делать заново. Кому вообще нужен такой эликсир? Рожденный летать прыгать не станет. Там какие-то снадобья, но мне они сейчас ни к чему. Не стоит начинать, пока все не собрано. Это у нас кабинет профессора Клопа. Спасибочки, была уже там разок, до сих пор ёкается. Что-то меня туда не тянет. Как вспомню свое последнее посещение подвалов. Бррр. Эх,
А как я здесь с мертвым грифом воевала? Давно ли дело было? Красиво, ничего не скажешь. Шахматное дерево. Никогда таких не слышала. Я, конечно, не блондинка, но в шахматах все же не сильна. Еще одна картина. Прям галерея какая-то. Эту картину завесили почему-то. Наверное, чтобы не пылилась. Заперто и похоже на ключ. Фонтан-статуя. Рыбка на хвостике. Это значок медузии Горгоновой. Без магии тут явно не обошлось. Без магии тут явно не обошлось. На веревочках и гвоздиках точно сэкономили. К сардонапалу мне не надо. На часах урок у Клопа. Ну, какой уж тут урок. Гроттер, зачем вы здесь? Насколько мне известно, у вас сейчас выполнение задания по практической магии. Так я это, Горгона Медузьевна. Медузия Горгонова. Ой, извините, пожалуйста, я как раз по поводу задания к вам и зашла. Не могли бы вы мне помочь со сбором ингредиентов для эликсира? Чего тебе не хватает? Волосы вурдалака. Ну что ж, на этот раз ты обратилась по адресу. Вот возьми и постарайся хорошо выполнить задание. Спасибо. Пойду остальное собирать. Конечно, иди. И повнимательней с эликсиром. Задания профессора Клоппа бывают с подвохом. Это я опять. Чего тебе не хватает? Профессор, не могли бы вы рассказать мне об исчезающем этаже? О чем? Слухи разносятся слишком быстро. Я не стану спрашивать, откуда у тебя эта информация. Но раз уж ты все равно знаешь, что этаж снова появился, скажу, что проход на него будет закрыт. И ходить туда строго запрещено. Почему? Есть подозрение, что исчезающий этаж — это последний островок хаоса в Тибидохсе. Ходить туда опасно не то что школьникам, но и взрослым магам. И довольно вопросов. Пойду, пожалуй. Конечно, иди. И повнимательней с эликсиром. Задание профессора Клоппа бывают с подвохом. Нет, там точно ничего нет и темно, как с чем бы сравнить. Дед! Ну что такое? Ну я же говорил, ко мне обращаться только в экстренных случаях. А сейчас что?
А сейчас я занят. Это у нас кабинет профессора Клопа. Спасибочки. Была уже там разок, до сих пор ёкается. Что-то меня туда не тянет. Как вспомню свое последнее посещение подвалов. Бррр. Цветочки. Живенько так, прикольно. Это котел. Стало быть, кабинет профессора Клопа. Да уж, учиться тут явно негде. Да и не больно-то хотелось. Единственный кабинет, который не особенно жалко. Панидис поленус. Фу, ну и вонь. Ни с чем не сравнимый запах сероводорода. Похоже, получился эликсирчик. Гротар! Ты мне немедленно объясняет, что есть тут делать. Так это, профессор, я готовила прыгательный эликсир по вашему заданию. Прыгательный эликсир — это есть зергут, а то шляться тут всякий в сокрытый кабинет. Подкинули мне кусок скатерть самооборонка вместо носовой платок. Хулиганы! Она хватает меня за нос! Скатерть самооборонка? Может, самобранка? Есть скатерть самобранка, а есть скатерть самооборонка. Ее взбесившаяся разновидность. Я очень хотел бы знать, как скатерть с исчезающий этаж попал сюда. С исчезающего этажа? А что это за этаж, профессор? Много будешь знать, рано будешь умирать. Ступай к себе, эликсир потом проферю. Тань, ну ты чего так долго? Да, эликсир готовила. Слушай, это случайно не ты Клопу скатерть самооборонку подсунул вместо платка носового? Я? Что, здорово получилось? Здорово-то здорово! Но вот где ты ее взял? Клоп сказал, что достать ее в Тибидоксе можно только на исчезающем этаже. Да ну, не был я там. Я тут ходил к мастерской магических предметов, хотел летающих стружек набрать. Знаешь, как весело. Они по классу летают, под потолком кружатся, как мухи. А их никак не схватишь. И что? Ну так я туда не попал. Подхожу и вижу, из-под двери с той стороны свет пробивается. Голубоватый такой свет, странный. Только я хотел уйти, как вдруг дверь начинает открываться. Медленно так, со скрипом. Я испугался и бежать. А тут эта статуя рыбы очень кстати. Ну, бросился я за нее и затаился. А скатерть-то тут при чем? Пока прятался, чувствую, вдруг ногу мою что-то обхватило, да крепко так,
Гляжу, скатерть. Еле от нее отцепился, а потом решил профессору Клопу вместо платка подкинуть. Вырезал кусок и подменил. А ты видел, кто из мастерской вышел? То-то и оно, что нет. Пока со скатертью боролся, он, видимо, ушел. Когда я из-за статуи вышел, уже и мастерская закрыта была. И никакого голубого свечения. Да уж. Ладно, пойду к себе. Эх, спаленка моя, соскучилась. Тук-тук, все дома? Что значит твоя? И тебе, гробынюшка, здравствуй. Ручки-ножки не отсохли? Не дождешься. Я еще на твоих похоронах погуляю. Ну, стало быть, весело пройдут. И на том спасибо. Ко мне не приставать, устала. Аж жуть. Ну что там у нас? Снять из глаза у зубодерихи? Ясненько. А вот и неправильно. Класс зуби в подвале башни учителей находится. Симпатичненько так, по-новогоднему. Тяжелая работенка в прямом смысле этого слова. Тут у нас двое из ларца. Заведуют скатертями-самобранками. Моя любимая – блинная. Огненная черта делит зал на две части – темную и светлую. Что-то меня на ту сторону не тянет. Опаньки! А как же я на урок-то попаду? Магическая преграда! Кто-то что-то тут напутал. Ого! Кто-то уже нарвался, как ягун. Ну, вообще-то я на урок иду. Ну что ж, раз другого прохода нет, я с чистой совестью могу заглянуть на исчезающий этаж. Куда это ты намылилась? Я только краешком глаза и назад. Ух ты! Ты чего сюда пришла? Нельзя сюда посторонним! Да я... вроде как не посторонняя. Да? А какая? Здешние мы. Тут, стало быть, проход на исчезающий этаж. Тут да не тут. Ты-то... брысь отсюда! Ща поклёпу позову. Ты чего сюда пришла? Нельзя сюда посторонним. А куда можно? Куда? Хм... куда угодно, только не сюда. А, понятненько. Ты чего сюда пришла? Нельзя сюда посторонним. Мне бы одним глазком на исчезающий этаж глянуть. Я быстренько, ладно? Говорю же, нельзя. Ясно, что нельзя. Но если не сильно нельзя, то, в принципе, помаленечку можно. Тем более, если никто не узнает и... Стой! Запутал меня совсем! Что? Кто? Где? Вот и поклёп-поклёпыч! Пришла тут! Ну, конечно! Гроттер! Кто бы сомневался! Что на этот раз?
Тебе неизвестно, что сюда ходить запрещено? Да я и не собиралась сюда. Шла себе спокойно на урок, и вдруг бац! Лестницы магическими преградами загорожены. С преградами неувязочка вышла, не там поставили. Но сейчас они уже сняты, так что отправляйся живо на урок. Учти, встречу еще раз тут, точно зомбирую. Ну вот, опять обижают ни в чем не повинную девочку. А правильное заклинание было «Леводис Курекус», Гроттер. Что я говорила про опоздание? Вы понимаете, я когда шла на урок... Не думайте, что вам будут зачтены прошлые заслуги, которые притом довольно сомнительны. Да я, в общем-то... Вы получаете выговор и отработку. Заклинание против куриного сглаза «Леводис Курекус». Изучите самостоятельно. Класс свободен. Тань, ты не забыла? Нам на тренировку сейчас по драконболу. Да помню я. Зайду только к Тарараху. Спрошу мазь противоожоговую. Моя закончилась. Тоже дело. Я побег тогда за пылесосом. Ну, и твою скрипку переросток, так и быть, захвачу. Тарарах, привет! Выручи меня мазью из упырь и желчи! Мазь? Ну вот, понимаешь, заковыка какая. Какая? Сатир тут пришел лечиться. Занозу в ногу засадил. Разве ветеринарная магия занимается сатирами? А шут его знает. Яги говорит, козел он, и ко мне его отсылает. А ты? А я говорю, что он только наполовину козел, и обратно к ней отсылаю. Не можем разобраться. Сатир-то он кто у нас? Получеловек, полукозел. Ноги с копытами, а туловище человечье. Только на голове рожки. Может, вам с Яги вместе сатира вылечить? Не-не, не выйдет. Она свое начнет, я свое. Переругаемся только. Как же разрулить-то вас? Вот стою, голову ломаю. А где, говоришь, заноза-то у сатира? А, в ноге. Здоровая такая. Ну, а ноги-то у него козлиные. Значит, тебе лечить. Точно. А я и не додумался. Ну, спасибо, выручила. Ну так что с мазью-то? А, тебе мазь нужна. Противоожоговая, из упырьей желчи. Ну да. Что ж ты сразу не сказала? Вот возьми, всегда рад помочь. Нормально. Ну, то есть, спасибо тебе, Тарарах. Так я на тренировку не попаду. Шапка-невидимка. Осторожно, исчезающий экспонат. Заперта. И, видимо, надолго. Привет, пельменник!
Не соскучился по мне? Нам скучать не положено. Мы тут для охраны поставлены. Гротер, ты почему до сих пор не на тренировке? Да я это... Живо на поле! Все уже там! Бегу-бегу! Что это? Да, с Гаярыном что-то неладное творится. Сейчас январь. Драконы, кроме совсем молодых, в спячке. А он проснулся. Уже 3 дня его никак не успокоят. Он не заболел? Надеюсь, что нет. Ну, хватит болтать! С поля уйдешь сегодня последний, и работать мне до 7-го пота. И снова с вами я, неунывающий Баб-Ягун, но уже в качестве играющего комментатора. Тренировочный матч сборной Тибидохса в самом разгаре. Воротами для команд служат совсем молодые, но жутко шустрые драконы. Капитан противоположной команды «Семь пень-дыр» рвется к нашему дракону с перцовым мечом. Но в такого дракона и в самого-то не попасть, не то что впасть. Королева полета Таня Гротер на своем суперконтрабасе легко перехватывает пламя-гасительный меч перед самым носом Демьяна Гарьянова. Мамочка моя бабуся! «Семь пень-дыр» забрасывает чихательный мяч в пасть нашего дракона! А нет, фигушки! Дракон-то не наш был! Драконы так похожи, что ошибиться было не мудрено! Победа, стала быть, за нами! Завтра утром всем быть на поле! Будем отрабатывать элементы магического пилотажа! А теперь марш спать! Тань, ты чего застряла? Тебя подождать? Не надо, я скоро приду. Опять Гаярын. Надо бы посмотреть, что там такое. Стоянка запрещена. Ну да, вряд ли стоит тут долго задерживаться. Жаль, не все драконы такие добрые и пушистые. Можно было бы попробовать под дверью пролезть. Только как бы не обжечься. Жар даже отсюда чувствуется. Ох, и вонючая эта мазь, но зато от жара драконьего спасает. Мамочки! Какой огромный Гаярын вблизи! Может, не стоило все-таки мне сюда соваться? Ты только не спали меня ненароком. А я тут с тобой побуду. Наверное, скучно одному. Огни опасно. Ну, это, в общем-то, и так понятно. Интересно, сколько потребуется огнетушителей, чтобы погасить разбушевавшегося Гаярына? Оно понятно. Драконы не травкой питаются. А что это у тебя тут на шее? Потерпи, я вытащу. Наверное, это он тебя мучил. Но кто же это сделал? И зачем? Все теперь будет хорошо. Спи. А я пойду.
Гротер, вы что тут есть делаете? Да я тут... Ты разве не знаешь, что ученикам нельзя быть здесь так поздно? Это есть запрещено! Ну, профессор! Никаких «но». Или мне позвать поклёпа? Сейчас живо отправляет к себе, а завтра явитесь ко мне получать наказание за эту профинность. Иду. Вот ведь невезуха. Ребята, вы не поверите, что сейчас было! Ты запустил в поручика Ржевского Искрисом Фронтисом, а он расстрелял тебя из пулемета! Да нет же, я была сейчас в ангаре у Гаярына! У Гаярына? Ты с ума сошла? Это же опасно! Обещай больше так не делать! Да ладно тебе, все нормально, кроме того, что я вытащила у него из шеи шип, который не давал ему заснуть, а потом попалась профессору Клопу и получила отработку! Ух ты, мамочка моя бабуся! Вообще-то это я всегда был чемпионом по попаданию в истории, но ты меня переплюнула. А что за шип? Да кто его знает? Медный, с желобками по краям. А на шляпке какой-то знак в виде паука. Какой же гад его Гаярыну воткнул? И главное, зачем? Как зачем? Скоро чемпионат по драконболу. Наверняка хотели вывести из строя. А про шип можно и в библиотеке узнать. Точно. Пойду схожу в библиотеку, найду книгу по шипам. Фу, змеюки подколодные! О, Шарман! Таня Гроттер собственной персоной. Ты чего здесь так поздно? Привет, Ржевский! Да вот, надо в библиотеку сходить. На ночь глядя. Таня Гроттер в своем репертуаре опять что-то замышляет. Не опять основа. И вообще, вам фи, поручик, даму подозревать не тактично. Пардон, какие подозрения? Готов стать соучастником. Вот еще, от тебя одни неприятности. Слышь, поручик, что тебе известно об исчезающем этаже? Там заправляет король привидений, и встреча с ним не сулит ничего хорошего даже привидениям. Это почему это? Раз в год один из нас, призраков, обязательно исчезает и появляется один новый. А король привидений тут при чем? Ему дана над нами неограниченная власть. Это он решает, кого из нас убить, а кого поставить на его место. А ты сам-то чего тут ошиваешься? У меня профессия такая! Знаешь, как пробраться на исчезающий этаж? Ой, мамочки, я так и знал! Если опять надумаешь заняться разрушением Тибидокса, дай весточку, чтобы я успел собрать чемоданы. Ага, все непременно. Диковинный кактус с глазами. Книжка значит библиотека. Ну, это правильно. Ага, Гроттер, чего тебе? Да мне тут бы книжку поискать кое-какую. Смотри, только чтоб без глупостей. Стеллажи, книги. Про шипы это мне букву Ш надо, а ее как раз и нету. Вот так шарик шипастый. Ого, как интересно! А внутри, похоже, то, что мне как раз и нужно.
Гротер, это что такое? Это? Да ничего такого. Книжку вот нашла про шипы. Эта книга не для общего доступа. Зачем она тебе? Мне бы узнать про шип. Про этот? Это не простой шип. В Тибидоксе такого не найти. Разве что на исчезающем этаже. Знак на нем. Это клеймо для вызова духа. По желобку на клеймо поступает кровь. Кровь должна быть всегда свежей. Самая слабая у лопухоидов. Самая сильная у драконов. Вонзаешь этот шип в жертву и ждешь. А какого духа призывали этим клеймом? Он наивнейшая. Дух мог быть любым, в зависимости от того, кого нужно вызвать. А теперь прочь отсюда! Я хочу дописать свою поэму «Тысячи проклятий». Ну, что мы имеем? Сначала скатерть-самооборонка, теперь шип с призывным клеймом в шее у Гаярына, и все это добро кто-то принес с исчезающего этажа, откуда никто, по идее, не возвращается. Надо обязательно сходить на этот этаж и разобраться, что там и как. Так, ага, урок у Медузии. Доклад вроде дописала. Можно идти. Мышки летучие, вечные спутники магии темной. Где я это слышала? Змеюки подколодные. Ёлочка-ёлка, колкая иголка. Ёлочка-ёлка, колка. Если я хочу попасть на урок к Медузе, то мне не туда. Шурасик, пошли уже! Нам на урок к Медузе пора. Шурасик, ау! Ты кого из себя строишь? Как? Вот что значит перебор с учебой. Совсем человек с катушек съехал. Как? Ливодис курикус. Как? Какого? Ой! Спасибо, Татьяна! Представляешь, шел на урок, повторял тему куриного сглаза и, видимо, сам себя изглазил. Да так сильно, что снять не смог. Ой, я же у Медузии сегодня дежурный. Вот что значит патологический отличник. Все мысли об уроках. Училка, которая ему двойку в лопухоидной школе поставила, до сих пор с мухоморами на голове ходит. А это у нас что? Яйцо? После Шурасика? Видать, круто он себя сглазил.
Гроттер, что-то я не замечаю у вас тяги к знаниям. Что задержало вас сегодня? Вы понимаете... На этом уроке мы проходили заклинание дистанционного перемещения бумажных предметов. Бумазейкус выползанус. Отработаете его самостоятельно. Хорошо. На следующем уроке спрошу вас первый. Класс свободен. Ну что, здесь ты скатерть-то нашел? Ну да, тут. За статуей и фонтаном. Надо бы как-нибудь осмотреть тут все повнимательней. Ага, когда народу вокруг поменьше будет. В гостиную идешь? Да мне сейчас к клопу надо. Получать наказание за это провинность. Ну, удачи тебе. Зови, если что. Ага, Гроттер, вы пришел. Я придумал для вас замечательную отработку. Нужно набрать вот в этот банк жук-фонялка, полный до краев. Тук-тук, дед, отзовись, что ли? Ноль эмоций. Ага, пошла туда, не знаю куда. То есть знаю куда, но не знаю зачем. Вообще-то знаю зачем, но не знаю, стоит ли. Короче, есть ли там жуки-вонючки? Что-то меня туда не тянет. Как вспомню свое последнее посещение подвалов. Бррр. Хорошо, попробую. Набрать столько жуков. Ай-яй, какой плохой знаний. Жук-фонялка любит темный сырой помещений. Кто же это не знать? Темное и сырое? Ну да, похоже, стоит попробовать. Ого, однако подвалам досталось больше всего. Хотя, чему тут удивляться? Тут теперь не пробраться. Бригада циклопов под командой Поклёпа, конечно, решила бы этот вопрос, но ему сейчас не до подвалов. Придумали тоже фонтан в подвале. Решили, что ли, скрасить жизнь подвальным привидением? Слишком уж быстрые они. Ни одного не поймала. Не-а, не катит. Ошибочка вышла. Попробуем. По форме вроде как подойдет. Ага, голубчики, теперь не побегайте. Ага, голубчики, теперь не побегайте. Вот так, полнюсенькая баночка. Еще бы воняли они поменьше. А,
Малютка Гроттер, ну, как мой задание? В стадии выполнения. О, это не есть гуд. Надо поспешай. А, малютка Гроттер. Вот ваши жуки, полная банка с лапками. Ай, зер гуд. Не правда ли, они такой милый сферушка? Фот, Гроттер, возьмите одно фо. Вы заслужили. А теперь марш за уроки. Домашние задания еще никто не отменял. Черный маг Баягун наложил на белого мага Чихуна немотный сглаз. Белый маг Чихун хорошенько подумал и снял его. Как он это сделал? Ничего не понимаю. Снимающее заклинание Барматухус Протухус. Но как произнести его? Ведь сглаз-то немотный. А при таком сглазе языком и то не пошевелишь. Не азбукой же Морзе его выстукивать. Слышь, Гробыня, ты как задачу-то решила? Легко. Используй заклинание зубрил Чукара-курачукара. Чукара-курачукара! Ага, белый маг искупался в первой утренней росе, которая снимает все виды сглазов, кроме рокового проклятия. Ты что, все задания так выполняешь? Само собой. Бедной маленькой Гробынюшке нельзя переутомляться. Она такая красивая, что ей это вредно. А если учителя заметят? Их легко обдурить, особенно беленьких. Вот темные — другое дело. Клоп или зубодериха. Вот только с зуби что-то странное творится в последнее время. Чего такого странного? Встретила тут ее в мастерской магических предметов, а у нее из глаз прямо голубые прожекторы. Я чуть не ослепла. Хорошо, она меня не заметила. Вообще-то я разболталась с тобой. Ты уверена, что это было рядом с мастерской? Отвянь, сиротка. Я уже в коме. Во дела! Скатерть самооборонку Ванька тоже там нашел. Неспроста это. Про зуби надо будет ребятам рассказать, но сначала исчезающий этаж. Зачем ложиться? Я же на исчезающий этаж собралась. Вроде ночь, а ты еще не спишь. Да я тут... сейчас уже иду. Это правильно. Сон — это лучшее лекарство. Ох. Ага, лишь бы здоровье не проспать. Куда это ты намылилась? Тихо, дед! Разбудишь весь тибидокс! Ты снова в авантюру меня втянешь? А, впрочем, что я удивляюсь? Мало херба сито кресцит. Плохая трава быстро растет. Не забудь, что у этой травы твои корни! Опять ты? Дуй отсюда, а то снова поклёпа вызову. Не надо поклёпа. Я тут просто перед сном прогуляться решила. Погуляла и давай. Топай. Сейчас мен придёт.
Застукаю тебя тут, мне еще и влетит потом. А что там все-таки творится на исчезающем этаже? Какая разница? Сказано не пущать никого, вот мы и не пущаем. Не скучно стоять-то одному? Да, есть маленько. А главное, стоять уже устал, и пятки чешутся. Ладно, не буду мешать. Пойду уже. Насчет пяток. Есть у меня одно средство. Какое еще средство? Чудодейственное. Помажешь пятки, и чесотки как не бывало. А дашь мне? Бери, конечно, вот. Ну как? Да никак пока. А ты подпрыгни. Ух ты! Вот это средство! Вроде правда, пятки уже не чешутся. А куда девчонка подевалась? Наверное, ушла. Исчезающий этаж. Последний островок хаоса в Тибидоксе. Колонны в воздухе висят. Что там такое? Жутковато что-то. Исчезающий этаж. Последний островок хаоса в Тибидоксе. Постой, несчастная. Ты смерти моей хочешь? Не зная брода, лезть куда попало — дурная, неразумная затея. Что тут такого? Пройду по мостику, посмотрю, что там, и назад. Я осторожно. Не лучше испытать сей мост на прочность. Как испытать-то? Дедушка Феофил, как насчет с внучкой пообщаться? Тишина. Ну-ну. Давай, жучок, проверь мостик. Ну вот, было бы из-за чего панику разводить. Всегда неплохо перестраховаться. Квод эрат демонстрандум, что и требовалось доказать. Напрасно Поклёб охраняет главную лестницу. Настоящий ход на исчезающий этаж все равно не здесь. Но где? Кто-то же сумел принести с исчезающего этажа шип и скатерть-самооборонку. Ну уж нет! Что-то я передумала. Этот явно мухлюет. Карты из-за шиворота достает. Устроили тут казино. Поклёпа на вас нету. Как пройти мимо трех охранников незамеченной? Бумазейкус выползанус! Ах ты ж гад! Да ты, стало быть, жульничал! На тебе! Это шанс! В драке они меня не заметят! Я честный игрок! Зачем брата бьешь? Двое на одного? Вроде никого. Быстрее в спальню, пока не поймали.
Вань, ты чего здесь? Слышал, как ты ушла. Ну, и решил подождать. Я ходила на исчезающий этаж посмотреть. Ты что? Там же циклопы. А, ерунда! Дело такое, прохода с главной лестницы там нет, так что надо искать другое место. Может, ты не будешь уже одна так рисковать? Я же волнуюсь. Да? Я давно хотел тебе сказать. Что? Ладно, потом скажу. А вот и правильно, а сейчас пошли уже спать. А то я там шуму немножко наделала. Не ровен час, поклёб сюда нагрянет. Споки-ноки. А что это Ванька хотел мне сказать? Волновался за меня. О, неужели он в меня? Как вы помните, я обещала, что мы будем проходить роковую порчу. Так вот, сегодня тот самый день. А чтобы вы относились к теме серьезнее, я одолжила у Поклёп-Поклёпыча этот гроб из реквизита. Действует роковая порча следующим образом. Вначале сильная резь в животе. Потом тот, на кого она наложена, съеживается и становится похожим на мумию. Снять порчу можно только в течение первых 5 минут. Если эти 5 минут упущены, помочь вам не сможет даже сардонапал. Можно сразу заворачиваться в белую простыню и отправляться на кладбище. Для снятия роковой порчи существует одно единственное заклинание. И для того, чтобы все прониклись важностью этой темы, над изучением его придется поработать. Дулис-нулис! А теперь перейдем к практическим занятиям. Есть желающие испытать на себе действие рокового проклятия? Гроттер, попрошу вас выйти на середину класса и встать возле моего стола. У вас есть только 5 минут. Фурилисебус труфус банераис аппендицитус балатамус. Ай, больно! Гралиум пулиум. Я не знаю, как это вышло. Я, конечно, все понимаю. Ты была напугана, тебе было больно. Эта роковая порча крайне неприятная вещь. Но откуда, клянусь волосом Древнира, тебе известно запрещенное заклинание высшей магии, которое не осмеливаемся использовать даже мы с Медузией? Заклинание, которое так любила использовать Чума дель Торт. Чума дель Торт? Видимо, когда ты освободила титанов, и они убили ее, часть ее силы перешла к тебе, как к ближайшему магу, оказавшемуся поблизости. И что же теперь будет? Ну, думаю, что вопрос о твоем переводе на темное отделение пока подниматься не будет. Хотя 3 красные искры
выпущенные тобой при произнесении заклинания, наводят меня на грустные раздумья. Разве искры что-то решают? Сами по себе нет, но они отражают способности мага и его силу. Белый маг твоего уровня обычно выпускает одну зеленую искру. Закончим на этом. Ступай, постарайся сосредоточиться на учебе. Мамочка моя, бабуся! Танька, ты чего сейчас на уроке отчебучила? Да я и сама не пойму. Я думал, мы друзья. А у друзей не должно быть секретов друг от друга. Секретов? Вы думаете, я что-то скрываю? А три красные искры? А запрещенное заклинание? И в классе все вверх тормашками. Да не знаю я, как это вышло. Серьезно. Пойдем, Ягун. Видимо, мы недостойны доверия великой Тани Гроттер. Ну и пожалуйста, скатертью вам с кисточкой. Тоже мне друзья. О, жирный какой паучище! Пойду-ка я к Яге схожу. Может, она посоветует чего? Здравствуй, Танюша! Хорошо, что зашла. Что там у тебя стряслось? Я... это... Ай-яй-яй, произнесла запрещенные заклинания. Заклинание чумы Дель Торт. Так сказал Сардонапал. Да знаю. Древнир называл его заклинанием хаоса. Просто удивительно, что все живы остались. Ты знала его раньше-то? Нет, откуда? А мальчишки не верят, думают, обманываю их. Ладно, давай-ка отвлечись. Помоги-ка мне с костеростками. С чем? Насекомые такие, магические. Вон в банке кости сращивают. Скоро чемпионат по драконболу. Ой, много их понадобится. А как помочь-то? Я их кормлю особым варом. А для заправки, понимаешь, лучше всего подходят котлеты. Котлеты? Ну да. Ступай-ка, принеси мне котлетную скатерть-самобранку. Вон из зала двух стихий. Там у двоих из ларца попроси. Заодно и развлечешься. Хорошо, попробую. Малютка Гроттер. Три красные искры. Very good. Ты не думал перейти на мое отделение? Да вроде нет. Обязательно подумай, такой талант. Я составлю тебе хорошие протекции на темные отделения. Двое из ларца. Дайте-ка мне котлетную скатерть. Не положено. Только по распоряжению академика Сардонапала. Вот так, значит. Неохота мне сейчас с академиком встречаться.
Дедушка Феофил, можешь подсказать, как мне скатерть раздобыть? Двое из ларца только сардонапалу подчиняются. Исправить сущность очень сложно, но внешность можно изменить. Это что, загадка? Это руководство к действию. Сапиенти сад. Для понимающего достаточно. О, ну-ну. Малютка Гроттер, ты что-то хотел мне сказать? Профессор, а что такое исчезающий этаж? О, это есть странный парадокс замка. Появляться, когда хотеть, и исчезает без предупреждений. А как на него попасть? Никто не знает. Даже сардонапал. Многие искали туда проход, но нет никто живой, кто нашел его. Малютка Гроттер, ты что-то хотел мне сказать? Профессор, вы не могли бы мне подсказать кое-что? Такой способный ученица? Могу и подсказать. Как можно быстро изменить внешность? Ну или хотя бы голос на чужой? О, это можно сделать. Хорошая шутка в стиле «Темный маг». Используй заклинание «Voices изменятус». Кто это там еще болтает? Это есть вы? Магистр Феофил? Кто это назвал меня по имени? Ах да, малютка Клоппик. А ну, марш в угол, дрянной мальчишка, и не смей выходить до конца урока. Я? Как вы смеете? Если еще раз увижу, что ты грызешь пальцы на ногах и прячешь под одеялом скунса, это станет известно всему тебе доксу. Надеюсь, Гроттер, фи никому не говорить об этом? О, конечно нет, профессор. Потом бай хорошо над мое предложение о переход на темное отделение. Три красные искра. Очень зергут. Ну и дела. Так вот какие штуки вытворял когда-то Клоп. Ха-ха, малютка Клопик. Voices изменятус, сардонапал. Двое из ларца. Дайте-ка мне котлетную скатерть. Сию минуту, академик. Ишь ты, сработало. Пойду лучше скатерть Яге отнесу. Принесла. Вот, молодец, выручила. Теперь костеросточки живо подрастут у меня. Ну-ка, вот тебе одну. Чую, может тебе пригодиться. С небольшим переломом она спокойно справится. Спасибо, конечно, но буду надеяться, что не понадобится. Ну, ступай и не расстраивайся из-за ягуна с Ванькой.
Настоящие друзья не смогут долго обижаться. А еще я хочу, чтобы ты кое-что запомнила и ничего не боялась. Магическая сила не может исчезнуть, когда исчезает сам маг. Она ищет себе нового хозяина и находит его. А как использовать эту силу? Решать ее новому владельцу. Никто не может заставить его творить зло, если он сам того не захочет. О, я умираю. Плачьте все. Не жалейте носовых платков. За новыми уже послали. Что стряслось на этот раз? Печень с селезенкой устроили бойкот желудку. Смейся, паяц. Недолго уж остался. Я встретила сегодня ночью короля призраков и думаю, что дни мои сочтены. Короля призраков? Где? Возле мастерской магических предметов. Я раньше так любила поплакать там в одиночестве, а теперь там все время кто-то шатается, особенно ночью. Топает, мешает плакать. И статуя рыбы так громко скрежещет. Статуя рыбы скрежещет? Конечно. Он же ее двигает все время. Кто двигает? Король привидений? Да нет, не король. О, жалкая тупица, ты отравляешь мне последние минуты. Зачем королю что-то двигать, когда он может проходить сквозь стены? Говорю же тебе, что король там был не один. С ним еще шел какой-то тип в оранжевой мантии. Ты его не рассмотрела? Я же была в шоке. Да и вообще, я не приглядывалась. Я заочно презираю всех, кому безразлично мое здоровье. А теперь прошу прощения. В это время суток у меня по плану 20-минутный обморок. Опять эта статуя. Да еще к тому же и отодвигается. Неспроста все это. Надо бы проверить. Тьфу ты, кляксу посадила, а она мне теперь рожи строит и не стирается. А она и не сотрется. Для магической кляксы особая промокашка нужна. У тебя есть? Не, сейчас нету, у моей бабуси есть. Хочешь, я сбегаю в магпункт? Нет, сама схожу, проветрюсь, а то мозги уже сварились вкрутую. Это Древнир, основатель Тибидохса. Стоп! А что это там за разговор? Простые разговоры по ночам не разговаривают. Надо бы подслушать. Вдруг что интересное? Подслушивать чужие разговоры, как рыться не в своем белье. И некрасиво, и испачкаться, возможно. Да я в полушка. Вдруг что важное? Такие дела тут творятся. Почему вы не скажете им правду? Какую правду? Правду про то, что происходит в Тибидохсе, и про то, что случилось вчера ночью. Они не должны этого знать. Я убедил Сарданапала держать все в секрете. Это может посеять панику. Возможно, через несколько дней придется закрывать не только лестницу, но и всю башню. Значит, он еще не перестал пульсировать. Мои заклинания уже почти его не сдерживают. Кажется, что там открылась воронка, втягивающая все в себя. Но такое же бывает только когда этаж захватит добычу. Похоже, что и на сей раз он ее захватил. И самое скверное, мы до сих пор не знаем, кто туда проник и как проник. Вроде бы все на месте. Ишь ты, какое дело. Воронка открывалась уже трижды. Прям башка трещит от всех этих мыслей. Тибидохс
всегда умел хранить свои тайны. Вот это да! Воронка на исчезающем этаже и три жертвы! Надо срочно рассказать ребятам. Ну что, взяла промокашку? А? Да нет! Я сейчас услышала разговор Тарараха с Поклёпом. И чего? На исчезающем этаже открылась какая-то воронка, и было уже три жертвы, но никто не пропал. Объяснение может быть только одно, довольно скверное. Какое? Представьте, что все, кто побывал на этаже за последнее время, каким-то чудом сумели вернуться и теперь среди нас. Заметим мы, что они пропадали? Нет, конечно. Мало ли кого не было на месте час или два. Ерунда. Если бы кто-то побывал на этаже, он бы точно об этом рассказал. Не удержался бы. Это же такая слава. Подумать только, вернуться живым с исчезающего этажа. Может, и разболтал бы. Но разболтал бы, если бы остался прежним. А предположим, эти трое вернулись назад уже другими, порабощенными мощной магией. Жалкими зомби, рабами короля привидений и той, кого нет. Ты думаешь, Чумадельторт там, на этаже? Я не знаю, есть она там или нет, но исключить такого нельзя. Я просто предположил, что эти трое вернувшихся, трое шпионов, теперь прячутся где-то среди нас. Ладно, мамочка моя. Бабуся, утро вечера мудренее. Пошел я к себе. Тебя не поразила осведомленность Ягуна? Но что он так быстро просек, что зомби той, кого нет, прячутся среди нас, и поэтому нельзя определить, кто был на этаже, а кто не был? Вообще-то да. В два счета расколол. Просто как сыщик. И на исчезающий этаж он еще пытался пробраться. Помнишь? Ну, он еще на магическую преграду нарвался и скакал потом лягушкой. Так-то оно так. Но мало ли куда он допрыгал на своих лапках. Странно все это. Очень странно. Нет, ты что? Баб-Ягун не может оказаться зомби. Он же Баб-Ягун. Наш Баб-Ягун. Ты понимаешь? Да ладно тебе. Может, с Ягуном все и нормально. Я и сам не особенно верю, что он может оказаться зомби. Зато другого зомби я вычислил совершенно точно. Кто он? Не он, а она. Зубодериха. Помнишь, ты рассказывала, что гробыня видела ее у магической мастерской, а потом это голубоватое свечение из глаз? Нет, она точно зомби. Думаю, нам стоит последить за ней. Согласна? Лады. А поступим мы так. Завтра, когда урок у нее закончится... Я же просила тебя больше ко мне не приходить. Это опасно. Когда будет нужно, я сама тебя позову. Я так больше не могу. Не могу прятаться, не могу ходить в черных очках. Вы уже придумали, как от него избавиться? Я пыталась, пока ничего не получается. Но его же надо срочно убрать. Более подходящего случая не представится. Я знаю, я об этом уже думала. Мы снимем его ночью, но для этого нужно проникнуть к нему в кабинет. Захвати с собой кинжал. Вы хотите, чтобы это сделала я? Неважно, кто это сделает. Главное, покончить с ним. Хорошо, я постараюсь достать кинжал. Значит, договорились. Встречаемся в 3 часа у кабинета Сарданапала. Зубодериха и Лоткова хотят убить Сарданапала, заколоть его ночью кинжалом. Хорошо, хоть Баб-Ягун тут ни при чем. Куда? Надо срочно предупредить Сарданапала. Куда? Надо срочно предупредить Сарданапала.
Куда? Надо срочно предупредить Сардонапала. Гроттер, позволь спросить, разве у тебя сейчас не ветеринарная магия? По-моему, сегодня ваш класс проходит аспидов. Очень важная и ответственная тема. Мне нужен Сардонапал. Ты прогуляла занятия, чтобы найти Сардонапала? Это уже интересно. У тебя к нему что-нибудь срочное? Да, очень. Вопрос жизни и смерти. Сардонапал сейчас убыл по срочным делам, но ты можешь рассказать все мне. Я передам ему, если это действительно серьезно. Я только что подслушала разговор Зубодерихи и Кати Лотковой. Я думаю, это они были на исчезающем этаже. У них глаза светятся голубым светом, и они хотят убить Сардонапала. Убить академика Черноморова? Но он бессмертен. Его можно связать, усыпить, заточить в каменный мешок, но не убить. Если же Лоткова и Зуби действительно были на исчезающем этаже и вернулись, а это почти невозможно, то наверняка подверглись воздействию зомбирующей магии. Ну что же делать? О Зубодерихе и Лотковой больше не думай. Поверь, тебе не о чем беспокоиться. Я во всем разберусь. Как действует зомбирующая магия? Это самая отвратительная магия из всех существующих, поскольку она отбирает у волшебника его личность, высасывает, как лимонную дольку, превращает в ничтожество. И никак нельзя этому противостоять? Только сильные чувства, дружба или любовь могут освободить человека от влияния этой магии. Но оно должно быть настоящим. Расскажите что-нибудь о моем отце. Твой отец, конечно, тоже был не паинькой. Когда его только доставили в Тибидохс, а было ему тогда лет 12, он изготовил динамит и попытался взорвать золотую рыбку. Зачем? Ему, видите ли, захотелось выяснить, каким образом она исполняет желания и чем ее анатомия отличается от анатомии обычных рыб. Якобы для того, чтобы сделать всех без исключения рыб волшебными. Если золотая рыбка не всплыла брюхом кверху, то лишь потому, что ни одно оружие лопухоидов здесь не срабатывает. Ну вот, и ты точно такая. Поклёб потом постоянно требовал, чтобы твоего отца перевели на темное отделение. Но мы с академиком за него заступались. Мы же видели, что Леопольдом движет не злоба и не корысть. Он был скорее ученый. Я, пожалуй, пойду. На ветеринарную магию ты уже не успеваешь. Договорись с Тарарахом об отработке. Кроме того, попытайся больше времени уделять учебе. Твой отец был бы недоволен твоей успеваемостью. Сам он всегда был отличником.
Ну что, Тань? Позже. Как тут у вас? Да мы тут, мамочка моя, бабуся, облазали уже все вроде. Может, она и не двигается вовсе. Может, недолеченная дама напутала все. С привидениями такое бывает. Ладно, постойте на шухере пока, а я посмотрю свежим взглядом. Глядишь, чего и найду. Без магии тут явно не обошлось. Красиво, ничего не скажешь. Вот оно как! Ключик! Откуда бы это он? Попробую. Может, подойдет. Ключик подошел. Может быть, здесь что найду? Старый полетный пылесос. Различная алхимическая утварь. А чего еще ожидать тут увидеть? Что-то невообразимое. Металлическое. На тиски похоже. Странная шкатулка. Ни замочка, ни крючочка. Похоже, кислота там. Да, ничего необычного. Да, ничего необычного. Ого, еле успела. Однако странный какой светильник. Кислота — страшная сила. Как я только среагировала. Молодец, Танька! Мамочка моя, бабуся! Получилось-таки! Как смогла-то? Смотрите, под статую колодец. Сдавайтесь! Вам не уйти от возмездия! Немедленно бросайте свои волшебные кольца! Эй, вы чего? Сбрендили, что ли? Кать, своих не узнаешь? Молчи, Ягун! На глаза их посмотри! Дубль второй и последний! Сдавайтесь! Да вы чего в натуре, а? Ягун! Замораживающая магия. Таня, прыгай скорее в колодец. Мы же не знаем, что там. Прыгай, говорю, хуже не будет. Стойте! Немедленно остановитесь! Эх, чтоб мне мягко приземлилось. Ванька! Ванька, где ты?
Куда же он подевался? Это что же? Я на исчезающем этаже? Так вот, значит, где проход был под статуей. Вряд ли с мостом что-то изменилось, а проверять мне что-то не хочется. Эй, есть кто живой? Что-то мне не по себе тут. Что это там? Ну вот, как же попасть теперь туда? Возьму. Может, и не заметят, что я тут поломала. Ага, на рычаг стало похоже. Упс, не держится она. Возьму. Может, и не заметят, что я тут поломала. Ага, на рычаг стало похоже. Давай, костеросточка, сращивай. Открыть-то я открыла. А вот стоит ли идти туда? Хотя чего я думаю? Ванька же где-то там должен быть. И что мы тут имеем? Статуи драконов и какой-то куб из черных зеркал. Ну вот, мы и встретились. Долго же мне пришлось тебя ждать. Чума Дель Торт, но ты же мертва. К сожалению, да. Титаны, которых ты выпустила, раздавили меня. То, что ты теперь видишь, лишь никчемное отражение. Но я не погибла. Мой верный слуга, король привидений, перенес мою душу сюда, в черный куб, на пересечении шести зеркал пустоты. Это не просто исчезающий этаж, как вы все думаете. Это место абсолютной магии. Последний островок хаоса на Тибидоксе, где не властен никто, кроме меня. Сколько раз Древнир пытался уничтожить его, все было тщетно. И вот Древнира давно нет, а я есть. Я существую! Я Чума Дель Торт, властительница хаоса! Не очень-то радуйся! Ты не властительница хаоса, а ноль, пустое место! Твой хаос заточен в подвалах Тибидокса и никогда оттуда не вырвется! Ты же сама существуешь лишь внутри этого куба! Да, ты ничто! Тебя нет! Да! Я живу лишь в этом кубе. У меня нет ни былой магической силы, ни даже возможности вырваться отсюда. Ты снова перебежала мне дорогу, когда мой дух был вызван драконьей кровью, и ко мне начали уже прибывать силы. Шип в шее у Гаярына. Да, это снова была я. И снова ты встала у меня на пути. Как я ненавидела тебя за то, что моя былая сила перешла к тебе. До сих пор не пойму, как такое могло произойти. Обычно сила выбирает себе равного,
Разве ты, ничтожная девчонка, равна мне? Скорее всего, ты просто оказалась поблизости. Ну ничего, все к лучшему. Можешь меня поздравить. Скоро у меня будет тело. Отличное, юное тело. Очень сильное и ловкое. Я буду шевелить его ручками, ходить его ножками, смотреть его глазами, дышать его легкими. Осталось только вытряхнуть из него прежнюю душу. И где ты возьмешь это тело? Нет. Ну, как тебе мое новенькое тельце? Ничего? Я не отдам тебе свое тело. Ты его у меня не отнимешь. Я? Утихни, малютка Гроб. Я не собираюсь ничего у тебя отнимать. Это сделают мои слуги, мои славные зомби. Их у меня трое, один другого лучше. Эй, вы там, подходите по одному. Медузия! Она самая! Второе лицо тебе Дохса, гроза всей нежити, доцент Медузия Горгонова. Мне важно было заполучить именно ее, и я это сделала. Король привидений незаметно подбросил ей пергамент со старинной картой, когда она была в библиотеке у Джинна Абдулы. А на карте, разумеется, был путь сюда, на исчезающий этаж. Но Медузия, почему она не смогла взять верх? Ведь она такая сильная волшебница. Да, я рисковала. Медузия едва не сожгла мой куб. Но, как видишь, у нее ничего не вышло. Я победила, наложила зомбирующую магию и обрела очень полезного союзника. Не правда ли, Меди? Ты ведь мой союзник? Да, хозяйка. Если нужно, я умру за тебя. Так это вы вонзили шип в шею Гаярына? Нет, я только вынесла его отсюда, завернув в скатерть самооборонку, чтобы случайно не уколоться. И передала второму зомби. Кстати, эту скатерть потом нашел твой дружок и стал что-то подозревать. Но Гаярын, почему он не растерзал вашего зомби? О, это отдельный разговор. Я отлично все рассчитала. У моего второго раба врожденный дар обращения с животными. Он даже занимался когда-то ветеринарной магией. Жар-птицы, кентавры, русалки, всякая дребедень. Гаярын, тот его просто обожал, когда был драконенком. И уж никак не мог предположить, что тот вонзит ему шип в шею. Друг-то! Тарарах? Неужели тарарах? Не верю. О нет, не тарарах. Вонзил шип уже я. Профессор Клоп! Я хорошо относился к вам, Кроттер. Я даже ставил вам хорошие отметки в свой предмет. А какой неблагодарность сделал фи... Вы вытащили у Гаярына мой шип, когда я хотел вызвать дух моей хозяйки из этот большой зеркаль. Ты ждала меня здесь, на этаже? Но откуда Медузия и Клоп узнали, что я буду тут сегодня ночью? На этаж тебя заманил мой последний слуга. Ему не пришлось даже подбрасывать карту. Он и так все время крутился поблизости. Между прочим, этот третий стал зомби всего несколько дней назад. Эй, слуга,
покажись! Нет! Ванька! Как ты мог? Как? Я слуга своей повелительницы. Не суди его слишком строго. Зомби есть зомби. Он поплатился за собственное любопытство. Поверь, твой приятель сопротивлялся моей магии куда сильнее, чем клоп или даже медузия. Ему ужасно не хотелось предавать. Но древняя магия есть древняя магия. А как же Зубодериха? Как же Латкова? Если эти трое зомби, то кто же тогда они? Они же только что напали на нас, и у них светились глаза. Очередная глупость. Простенькая вирусная магия и ничего больше. Эти две дуры ставили опыты в заброшенной мастерской. Они использовали одно запрещенное заклинание, и в результате с их глазами стала происходить вся эта ерунда. Но я же сама слышала, как они хотели пробраться ночью в кабинет к академику с кинжалом. Пробраться, да, но никого убивать они не собирались. В кабинете Сарданапала есть древний талисман, который снимает все сглазы. Попросить его у академика они не решились, потому что он узнал бы про мастерскую, а ведь бывать там запретил еще древнир. Вот Зуби и задумала проникнуть в кабинет Сарданапала ночью. Кинжал же они собирались захватить, чтобы усыпить сфинксов. Ну, хватит болтать. Теперь одна искра точно в лоб, коротенькое выселяющее заклинание, и твоя душа покинет тело, освободив его для меня. Ах, да, забыла спросить, как часто ты чистишь зубы? Не хочешь отвечать? Ладно, сама разберусь. Зомби, приступайте! Стоп, я передумала. Пусть это сделает мальчишка. Погибнуть от руки лучшего друга удается не каждому. Ты меня убьешь, да? А помнишь, ты пытался мне что-то сказать? Тогда, вечером, я ведь догадалась. Готов? Прикончишь ее на счет три. Все ясно? Один, два. Капут, ты не тут. Искрис Фронтис. Я все помню, все! Я не отдам тебя этим гадам! Проклятые чувства! Он сорвался с моего крючка! Убей мальчишку живо! Девчонку не трогать! Она нужна живой! Стой! Не смей его трогать, или я разнес... Что делать, госпожа? Я же сказала, прикончи мальчишку! Или нет, погоди, пускай она стреляет первой, так будет даже лучше. Нет! Получай! Смотри, приходит в себя. Давно я тут? Третий день. Ты приходила в себя и раньше, но ненадолго. Уже на второй день ты пошла на поправку. Тебе повезло, что куб разбился сразу. Отличный был удар! Я потом смотрел. Одним камнем расколоть сразу 6 зеркал. Такое не каждый сумеет. А как я оказалась в магпункте? Кто меня нашел на исчезающем этаже? Тебя вынесли медузия с клопом. И меня они тоже вынесли, хотя я не был так серьезно ранен. Уже через пару часов я вполне оклемался, хотя Яги все равно заставила меня целый день проваляться в кровати. А зачем медузия с клопом нас спасли? Они же хотели нас прикончить. Это не они хотели, а чума их заставила.
зомбирующая магия. Только я сумел сорваться с ее крючка, а они нет. Когда черного куба не стало, вместе с ним пропала и магия. Представляешь, как они удивились, когда обнаружили себя на исчезающем этаже. А теперь это просто еще один этаж Тибидокса. Всего-навсего. Вся магия была в черном кубе. Валялкин и Ягон, я так и думал. Пробравшись в Макпункт к ученице Гротер, вы серьезно нарушили режим. Вы будете лишены летних каникул, а профессор Клоп лично выдаст вам банки для сбора жуков-вонючек. Или даже лучше, ведра. Поклеп. Что поклеп? Чуть что так поклеп. Должен же я хоть кого-нибудь лишить каникул или там отослать к лопухоидам. Завуч я, в конце концов, или не завуч? Меня уже первоклассники и тени боятся. В другой раз поклеп, но не сегодня. Сегодня счастливый день. Медузия! Гроттер, я с удовольствием сообщаю вам приятную новость. Вы проявили столько храбрости и так много сделали для Тибидокса, что академик Сардонапал решил сделать вам подарок. С сегодняшнего дня по личному распоряжению академика скатерть «Самобранка» с тертой редькой будет навечно закреплена за вашим обеденным столом. Не может быть! Не надо благодарности, ребятки. В редьке так много витаминов. Mens sana in corpore sano. В здоровом теле здоровый дух.